его делать. Это кит, куда вы можете прийти. Он так и взять оружие в прокат. Это замечательнейшее место, где можно выпустить пар. О, что мы взяли? Мы взяли гречку, сегодня постреляем. Мы взяли замечательное М4. А еще у нас есть глок 40-го калибра. Вот. Да. Вот тут компетентный товарищ сейчас занимается тем, что заряжает магазин. Цены достаточно приемлемые, недорого. И, в общем говоря, очень даже прикольно. Вот. Взяли вот эти 4 мишени. Пожалуйста, здесь, конечно, находиться проблематично. Что-то серьезное, прямо серьезный калибр. По-взрослому, да. Ну, сейчас. У всех сегодня был тяжелый день, поэтому это самый лучший способ выпустить пар. Когда с утра были клиенты, которые выносили мозг, вступали с ним в сексуальные отношения. Я так понимаю, Денис, у нас М4 не было, еще работает. И крути. До конца ее уводи! До конца ее уводи, она там стоит. О! Ну чё, как оно? Всё. Проверил, пустой. Да. Там с другой стороны топчик. Ага. Отлично. Вот и всё. Денис, ну как тебе? Управляемый. Замечательно. Сейчас посмотрим. Слушай, да что, нормально? Все, может, по ТО есть. Ну что, заряжать тебе? Да, давай. А вот люди приехали со своими волынами. Вот, пока не видят.
да. Да. Народ тут оттопыривается по-серьезному, а по-конски. Да. Вот 55-х валяется. Да. Не, прикольное место. Главное иметь внушение оружие. Если вы приехали в Минкату, можно как бы внушение оружия. $5 Удовольствие по штаны. Скажи, ты почем все это? Трехлетний свой почем взял? Прыгай, товарищи, рядом еще. Вот, $200 взял потенить. Что, давай я отметить-то как? Отметить будем? Не буду пойти. Можно поменять номер. Переводишь? Ага. Шмаляешь. Что? Стой. Приклад прижимай сильнее. Я в курсе. Я понял. Ну, в руках держу аппарат. Как вот этот результат. Полюбас уже выбор. Вот. Так что, господа хорошие, кто там занимается мозгоебством на моем и говорит, что я там не знаю, какая-то хрень называется. Не знаю, как там, где приклад, где цевер. Какая разница, как это называется. Если у тебя нормальный глаз и твердая рука, по барабану вообще. Вот. Это для вот, диванных экспертов, которые там всякую херню на канале несут, когда я снимаю видео про оружие. Мне по барабану, как называется там какая-то деталь или как называется это вообще что-то. Вообще я первый раз держу. Вот он. По барабану. Главное, что представляет. А это у нас Юля. Не дергай, Курко! Ну что, влог 40-й калибр, да? Сейчас нет. Вниз. У него нет предохранителя, у него вот предохранитель. Все понятно. Вот,
попробовал трехлинейку мосинскую, вот, $200, вот это вот мой результат. Держу первый раз в жизни вообще эту штуку. Это вот результат приглашенной звезды. Кучненько, хорошо, небольшой. Могу сказать так, вначале у меня эта трехлинейка была некая опасение, потому что большой оттягивание, крайне другое. Я поражен, на самом деле. За $200 это цена качества полный рост. Денис, ты пока насыпанные собирай. Насыпанные тут халявные нам дали. Их сначала используй. Давай-ка эти. Сложим вниз. Да, давайте, вот это, не мешало. Вот да, вот по прицельной планке, реальная, кстати говоря, дальность вот этой замечательной пенельной винтовки. До километра. Километр, а здесь даже стоит 20, значит, 2 километра. Ну, реально, километр спокойно, я думаю, можно. Ну, если в нормальных руках, то нормально. В нормальных руках километр спокойно. Метров 800 точно это, как бы, в копейку. Ну, Денис, похватайся. Это вот твой художник. Ну, я сюда и целился, собственно говоря, семерку возьму. Вот эти вот семерка, те, которые ушли в эту сторону, курком делают. Поплавнее немножко, и будет вообще замечательно. Отлично. О, замечательно. Подожди, она сейчас успокоится и... И спускаешь крючок. Да. Низковато. Надо было как же бок целиться. Скальпировал его, да? Нет, все вниз ушло. Настал его в бизиец. Надо, короче, еще раз. Давай попробуем.
Слышишь, говорю? Да. Оставил его без яиц. Оставил без яиц, да. Палец на курке я никогда не... Вот! Уже нам нужно... Несколько раз дёрнул. Здесь нормально. Здесь... Ну нормально, че? Ну да, туда бьёт наверх. Рыби! Вот тут интересная мишень, террорист заложник. Похоже, если у тебя, у тебя нету, если вдруг затвор не до конца, добивай пальцем. Передергиваем. Ну давай посмотрим. Ого, красава. Молодца! Браво! Браво! Молодцы! Thank you.
девятки не выбрался. Нормально. Ну то все. Даже очень хорошо. Даже очень хорошо. Максимка, да. Очень хорошо. Дай фотку эту бежать. Итак, прикол заключается в том, что в отличие от нас, Дима целился в этого маленького. Раз, два, три, четыре, пять. Да. А? Это ведь. Чего? Я говорю, это величие. Почему? Нет. Ну ты попал, смотри, четвертый. Нет, так я попал, я вот в этот кружок попал. Видишь, раз, два, три, четыре, пять. Две в одно. Сам дернул, блядь. Курок дернул. Понятно. Круто. Нормально. Вот такое вот устройство, М4. Настоятельно рекомендую, по сравнению с автоматом Калашникова, конечно, это как хирургический скальпель, больше не знаю, топора не снимает. Вот. Сейчас есть батки, сейчас в кабинете будет. Вот. В башку. Для мужа первого раза это очень хорошо или зазвал. Мощенский литов, как. Из М4 было бы точнее. А у нее прицел другой. Ну да. Я ее сделаю. Модернизируешь? За $200 такая точность. Да? Не-не-не. Я ее модернизирую там. Вы не сравниваете, М16, у него коллиматор стоит, а у этого еще мушечный прицел. Вы что? Мушечный прицел планшет старый. Это старый, древний, ё-моё. Еще надо сноровку иметь из него стрелять. И что? А этот коллиматор, хули, куда дарил, туда и стреляет. То есть если поставить что коллиматор, то будет результат. Ну ладно. Вот как-то так. Вот такой у нас был замечательный поход. Получили замечательное удовольствие. Денис, тебе понравилось времяпрепровождение? Замечательно, замечательно. Пар выпускается, опыта, да? Больше не было, да. Предварительно. Спросим представителей женского пола. Юля, ты как хрупкая женщина, скажи, как тебе стрелять вообще, нормально? Не первый раз. Нравится, удовольствие. Пар выпускать вообще, да? Отлично. В следующий раз на охоту. Да. Отлично.